Сзади очень шумно, все активно общаются, пьют пиво, вино. Так шумно, что мне пришлось даже выйти, чтобы поделиться с вами своими мыслями. Я была на рабочем столе, посвященном вовлечению бэби-бумеров. На самом деле, это достаточно актуальная тема для большинства производственных компаний, космических, атомных, потому что большее количество сотрудников выйдут на пенсию уже там, в ближайшие 5 лет, и сейчас важно объяснить им, почему важно делиться знаниями. Вот очень интересный топик, я с удовольствием потом поделюсь идеями, практиками, наверное, уже в посте, потому что информации получилось очень много.